ребята, сегодня у нас на обзоре будет вот такая коробочка от сайта keramiter.ru. Там у нас несколько новых ножей из КС-очки. Тут у нас находятся три бабочки, а вот в этой большой коробочке кейсик с бабочкой. Что ж, ребята, давайте приступим к открытию. Да бомба, по-любому. Вообще все взорвемся. С форсажами. Да бомба, перчатки. Давайте же, ребята, посмотрим, что у нас находится внутри. И первое, что нам бросается в глаза, это... Перчатки! Ну, посмотрите, какие они классные. У них все вот эти щитки, дефлекторы для обдува рук. Сейчас мы их скоро оденем и посмотрим, как они у нас сидят на руках. А дальше у нас очень-очень много всякого... Вот этой пукалка бумаги. Бумаги. Пукающий полиэтилен. У нас его здесь очень много, давайте откроем. Опа, 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 это что-то, это, ух, ребята, смотрите. Это логотип сайта keramiter.ru. Полюбас еще повесим на стенку, он очень красивый. Видим, что он выполнен на лазерном станке. Естественно, древесина очень вкусно пахнет. Как же это не понюхать? Так, открываем следующую. Вот здесь у нас что-то очень тяжелое. Что-то большое и тяжелое. Здесь у нас... О, это охотничий нож, дамасская сталь. Боже, ребят, какой же он красивый. Тут реально есть рельеф. Рельеф данного скина, который напоминает чем-то дамасскую сталь. Рукоятка сделана в стиле карбона. Такая шершавенькая, очень удобная. Ножик сам по себе тоже очень тяжелый. Очень красивый. Давайте продолжим открытие и посмотрим, что у нас там дальше. А дальше у нас идет тоже какой-то большой длинный ножик. Мне кажется, это Боуи. Мой любимый. О, да, ребята! Это Боуи! Боже мой, ради этого ножика я заказывал весь этот набор. И вот он, ребят, вы только посмотрите. Это мой самый любимый ножик в CSGO. И здесь, ребята, посмотрите, какой красивый скин. Там ингредиент. Вообще найс. И еще один огромный ножичек. Мне кажется, это штык-нож М9. Это штык-нож М9. По-моему, скине волны. Давайте достанем его. О, ух, ребята. Ну, посмотрите, вообще. Просто он огромный. Просто огроменный штык-нож. У него тут вот эти штучки шевелятся. Полюбасу для крепления на стволе оружия. Какое же классное лезвие, ребята. Это словами даже не передать. Все так качественно, круто сделано. Тяжелый, рукоятка тоже очень удобная. Ну, давайте посмотрим, какие у нас там ножички остались. Блин, офигеть, ясно. Ну, что это за... за монстр. Не то, что твои поделки. И у нас, значит, тут остается Shadow Daggers и флип. Флип-ножичек. О, ребята. Складной нож автотроник. По идее, нужно нажать на кнопочку. Нажимаешь и выкидывай. Блин, я точно не знаю, как его еще открывать. В процессе разберемся, но смотрите, ребята. Точная копия складного ножа из Counter-Strike Global Offensive в скине Автотроник. Очень красивый. Все держится у нас, все как положено. Также имеется скоба для крепления на ремне. Давайте сложим его. Оп. Главное, пальцы себе не отрезать. И у нас тут остаются Shadow Daggers. Shadow Daggers. По идее, они у нас должны быть золотыми. Давайте посмотрим, что там. Вау, вау. Вот это чехольчик. Да, они, естественно, у нас золотые. Вау. Прям чувствуется настоящий металл. Острый. Вау, какие же они классные. Тычковые ножи. Так, так. Сдохни, курица! Вот это пошла, ну стой. Блин. О, да, мне... Кейс! Да!